Всем салют! Вы на канале Тренер Хапаев. И ко мне вот вопрос пришел в группе, в моей закрытой группе, когда я показываю упражнения, связанные с подъемом ноги на какую-то возвышенность, как коксартрозники говорят, что очень трудно поднять ногу. И я это знаю, потому что у меня у самого был асептический некроз, а здесь у меня коксартроз второй степени на правой ноге, а здесь был асептический. И я знаю, что при сложной степени заболевания, ну там третья, четвертая, но, к сожалению, даже первая, вторая у некоторых вызывает дискомфорт. Это очень трудно сделать. И спрашивают, вот как заставить, если нога просто ватная, если она не слушается, вот сигнал не проходит, то есть ты вот мозгом пытаешься что-то сделать, а она не идет, она слабая. Ну, надо сказать, что это не сразу все происходит, да, то есть в группе люди, которые тренируются, все это понимают прекрасно. Но те, кто тренируется самостоятельно, они попытки делают, день, два, три, слушают, допустим, какие-то мои рекомендации. Ну, через 2-3 дня они видят, что результат остался на том же уровне, ничего не происходит, и они бросают этим заниматься. Давайте вот поэтапно, с чего мы начнем. Начнем мы с того, что, во-первых, чтобы что-то сделать со своей больной ногой, вы должны ее промассировать хорошо. То есть у меня в данном случае этот массажер, я его уже проверил последние 2 года. Можно, конечно, можно киянкой пробивать, конечно, это универсальное средство от Хапаева, можно пробивать киянкой, особенно вот эту часть сгибателя бедра, для того, чтобы взбодрить, проработать фронтальную часть квадрицепса, посидеть, поработать, может быть, 2-3 минуты побить. Можно это делать массажером. Можно делать это стоя, можно сидя. И так необходимо это делать. И после 2-3 минут, я сейчас не буду задерживать эфир, да, потому что вещь очень приятная, не хочется от нее отрываться. Но когда вы уже промассировали, пробили молотком, то вы начинаете подъем ноги на, допустим, вот такую степ-платформу. Вот вы делаете движение на степ-платформу, и тут у вас все нормально, все хорошо. Но что вы должны понять? Что вы не концентрируете внимание там, какие мышцы работают. А вы делаете на малой высоте, вы просто делаете на автопилоте. То есть мозг не думает, что вы делаете. Вы просто должны встать, поставить ногу на эту степ-платформу. И это должно стать на таком, на уровне автопилота. Машинально. Все это должно происходить машинально. После того, как вы немножко поработали, там, ну сколько, ну минута, 2-3, вы делаете высоту чуть повыше. И работаете с ней. И вы чувствуете, когда сознание начинает вами руководить, то есть вы теряете вот этот машинальный такой инстинкт, ну, когда у вас нога непроизвольно сама там ходит. То есть я вот разговариваю, смотрю телевизор, кстати говоря, хорошо включить телевизор и делать это движение. И вы чувствуете, как здесь появляется напряжение. Здесь появляется напряжение. После там 10, после 20 подъемов. Все, сразу же остановились и начали массажером прорабатывать там, где у вас появился дискомфорт. Зачастую он появляется здесь, в сгибателе бедра. Немножко поработали. Опять попробовали. Появилось желание
поменять высоту. Поменяли высоту. Почувствовали напряжение, опять помассировали. И потом в конце уже делаете высоту. Такая уже радикальная. Причем, что я хочу сказать. Ну и таким образом вы тренируете каждый день, там, по 10, по 15 минут. Если у вас именно здесь проблема, вы работаете вот каждый день на протяжении 15-20 дней. Прямо календарик, и вы отмечаете. Почему 15-20 дней? Потому что, если вы будете тренировать, допустим, полгода, вас заберут в психиатрическую больницу. Понимаете? То есть, всему есть какой-то предел. Не доводите никакое дело до абсурда. Вот всегда вот этот месячный цикл, это самый такой оптимальный для человека. Вот 15, 20, ну 30 дней. Когда вы поработали над одним движением, улучшили это состояние, потом перешли на другое. Потом через месяц вернулись к этому. То есть его оставляете уже, делаете не каждый день, а делаете раз в 3-4 дня. Это очень важно. То есть это вот эти нюансы, которые я преподаю у себя в группе, чтобы не зацикливаться, не заморачиваться, не создавать себе какую-то психиатрию, там, да, чтобы вас родственники не отвезли в дурдом. И что я хочу сказать, что это движение, оно настолько специфическое, что даже если вы будете хорошо приседать, даже если вы где-то в фитнес-клубе делаете упражнения на разгибание, сгибание ног, жмете какие-то веса ногами, вот это упражнение, оно отличается от всех. Вы можете хорошо приседать, но вам будет больно поднимать колено. Поэтому с ним нужно заниматься настойчиво, делать дополнительные упражнения, просто подъем колена, стоять тоже ненавязчиво и работать. Почувствовали, что загрузка пошла, сразу взяли, промассировали. То есть не стесняться, массажер для коксартрозника, для гоноартрозника должен быть постоянно рядом. Хороший, мощный, сильный. И причем будет такое время, когда массажер перестанет вам помогать. Поэтому у вас всегда есть кияночка. Киянка тоже не всегда помогает. То есть поработали 20-30 дней, поработали с массажером. Поработали с массажером, вернулись к киянке. То есть постоянно должна быть альтернатива какая-то. Ну вот, в общем-то, я что хотел, рассказал вам. А дальше, хотите, заходите ко мне в группу, тренируйтесь со мной, потому что это, ну, более полезно. Это, понимаете, не надо изобретать велосипед. Все рассказывается изо дня в день, повторяется из месяца в месяц. У вас формируется все четко, без каких-либо там самостоятельных додумываний. Потому что вы там что-то себе придумали, в этом начинаете летать, потом через 3 дня вы понимаете, что вы придумали совсем не то, что какая-то это хрень, и в конечном итоге путаница постоянно. Живем без боли, с вами был тренер Хапаев, пока!